А букеты вручают наши, да, сотрудники. А вы говорите о том, что вы наши юные помощники. В преддверии 8 марта сотрудники ГИБДД Ленинского городского округа вышли на улицы Видного в рейд с особой миссией. Вместо традиционной проверки документов стражи правопорядка в этот день останавливали проезжавшие мимо машины, чтобы вручить женщинам букеты. В проведении акции «Цветы для автоледи» участвовали и юные инспекторы дорожного движения из Видновской школы номер 4. Очень приятно всех женщин с наступающим праздником. Любви, счастья, благополучия и здоровья, самое главное. Хотела убежать, но приятно очень. Спасибо огромное. Акция «Цветы для автоледи» проходит в Ленинском городском округе не первый год. Цель – не только поздравить автоледи с Международным женским днем, но и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Женщины, хотел бы пожелать крепкого здоровья, поздравить с наступающим 8 марта, всегда, чтобы оставались яркие, солнечные улыбки, всегда, чтобы были на лицах, чтобы соблюдали правила дорожного движения и были внимательны на дорогах. Это касается не только женщин за рулем, но и пешеходов. Счастья, здоровья, благополучия, любви, чтобы наши женщины любили и были любимыми, чтобы всегда приходили домой, женский очаг берегли. Чтобы детки всегда были счастливы, здоровы. Счастье, чтобы в дорогах аккуратнее быть, ездить аккуратнее. Здоровье там, чтобы было поменьше аварий, чтобы следили за правилами дорожного движения. Самое главное по правилу смотреть по сторонам внимательно. Кстати, подаренные женщинам букеты были с небольшим полезным аксессуаром. Вместо традиционной ленты цветы были перевязаны световозвращающими браслетами, позволяющими обезопасить участников движения в темное время суток. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.